Вопросы? Yes. Да. А давайте вопрос у нас запустится в микрофон тогда, чтобы все остальные тоже слышали, о чем идет речь. Здравствуйте. Спасибо большое за то, что вы поделились своим опытом. У меня такой вопрос. Один из наших преподавателей сказал, что в промоутерской деятельности деньги являются мерилом того, что вы делаете. Вы согласитесь с этим утверждением или нет? Остальные сейчас не понял. Деньги являются мерилом того, мерой, the yardstick, мерой, так, measure. Measure. Money is the measure what you do. Do you agree with that or no? Нет, не особенно. Я думаю, что для промоутеров, конечно, деньги важны, но много промоутеров работают не без денег, но... ну, как я раньше сказал, что есть фонды, например, билетные компании, которые инвестируют свои деньги в промоутера. Это значит, у промоутера нет денег или недостаточно денег. Но у билетной компании есть денег, или у спонсора есть денег, или у города есть денег, или у кого-то есть деньги, которые используются для финансового мероприятия. Так значит, что промоутер должен иметь, как, конечно, как организовать все подробности, как организовать мероприятие, должен понимать рынок. Это очень важно, самая важная часть работы промоутера, это понимать рынок. Это самое тяжелое и самое важное. Если ты не понимаешь рынок, даже если деньги есть, не можешь работать хорошо. Бывает, наверное, особенно в России, бывает богатые люди, которые думают, что легко организовать концерты, зарабатывать, не знаю, платить несколько миллионов для U2. И придут люди и заработают экономию концерта. Но это не совсем не так легко, потому что очень легко получить артиста, если платишь слишком много денег. Но очень тяжело получить артиста для деньги, которые более-менее заравняются с уровнем рынка в одном месте. Конечно, артисты хотят всегда больше денег. Их агенты работают, чтобы гонорары стали выше. Для промоутеров наоборот. Промоутер, конечно, хочет артисты, чем меньше денег, чем дешевле, чем возможно. Сил у большинства у артистов. Без артистов промоутеры не работают. И есть всегда достаточно сильная конкуренция между промоутерами. И значит, что если я сам, не знаю, Ed Sheeran стоит сегодня, скажем, 100 тысяч. И я сам думаю, что 100 тысяч для Ed Sheeran слишком много денег. Я сам приглашаю, не знаю, 60 тысяч. И кто-то еще, другой промоутер, мой конкурент, пригласит 80 или 100, или 120. Конечно, он получает, в принципе. Если теряет, не теряет, получает артист. Это интересный вопрос, что работа агента в этом контексте. Работа агента имеет несколько частов. Должен работать, чтобы продать артистов хорошим промоутерам. Доверенным промоутерам. Не имеет смысла продать артистов
промоутером, который не платит, например, или очень плохо организовывает концерты, или или опасно, особенно фестивалы могут быть опасны, безопасному смыслу. Но агент хочет получить чем больше, не только агент, менеджер, артиста, и агент-артист сам хочет получить чем больше денег возможно. Особенно из рынков, которые для них не важны. Значит, Белоруссия один из неважных. Международные виды Россия не читается как важный рынок. Читается как рынок, где возможно зарабатывать, где возможно получить хорошие гонорары. Для большинства международных артистов. Для них, если они играют, не играют в России, им все равно. Это то же самое вопрос везде на Востоке. Они должны играть в Германии, в Британии, в Нью-Йорке, в Японии, потому что это самые главные рынки, тоже для продажи альбомов и так далее. Но для их карьеры как артисты, живой карьера играет, не играет в России. Не важно, в принципе. И значит, что они часто перепрочитают, получат больше денег, даже когда они знают или думают, что промоутер будет терять. Это им все равно. Это выбор промоутера. Если промоутер сумасшедший или неопытный, или не знаю, и дают пригладить слишком много денег, они берут эти деньги. И промоутеры в России, которые выживают долго и мало, есть, конечно, TCI, например, есть TCI, есть PopFarm, есть SAV, есть Agapov, есть Planeta Plus, есть NCA, Питере и так далее. Есть несколько промоутеров, которые уже мельница, которые уже 10, 15, 20 лет работают и продолжают. У них есть опыт, у них есть свои связи, у них более-менее они знают, как вызывать концерты здесь. Иногда теряют, иногда зарабатывают. Но есть всегда новые промоутеры, которые даже если агенты не предпочитают работать с этими новыми промоутерами, все равно они понимают гонорары артистов. Потому что не является ситуация часто, когда, например, нам случилось с Робби Уильямс, Никейд не случилось, но Робби Уильямс не случилось, что гонорар мы пригладили, не знаю, вот эти деньги, потом кто-то другой пригладит больше денег, потом агент придет к нам, скажет, что я хочу работать с вами. Но я получил приглашение от этого, которое я не знаю, для больше денег. Поэтому, если вы платите то же самое денег, я буду работать с нами. Это выбор промоутера в этом ситуации. Отказаться или договориться. Pressure имеет такой эффект, что инфляция гонораров артистов. И это нелегко отказаться. И когда ты очень хочешь организовать Робби Уильямс или Леди Гага, или Металлика, неважно кто, и психология бизнеса, ты должен быть достаточно оптимистическим, чтобы будет все нормально, будет хорошо, не будет такая же ситуация, как конец прошлого года, когда курс быстро изменяется и так далее. Ты принимаешь риски больше, чем хочешь. Больше говорю о работе агентов. Как решается турне, гастроли артистов? Сегодня говорим, что большинство артистов не
Живут, не живут от продаж записов. Деньги от Spotify или, не знаю, от продажи компакт-дисков, которые продажали еще, их стало гораздо меньше, чем лет 10-15 назад. Все это знают. Рекорд-компании стали слабше, существуют еще, но они слабше, чем, гораздо слабше, чем 10-15 лет назад. И тогда, когда я начинал в бизнесе, мы решили турне вместе с новых релизов. Значит, что будет новый альбом, Depeche Mode, значит, после альбома будет гастро. 6 месяцев, 2 месяца, не знаю, не важно что. И это гастро, это турне продолжается зависимо от артиста, может быть месяц, 2 месяца, или 6 месяцев, или 2 года. Очень по-разному. U2 обычно играл так, как и очень длинный турне после, потому что они имеют такой уровень все в мире, где они могут играть. Для крупных деньги везде, так значит, что турне продолжается в течение полтора-два года после пустения альбома. Сегодня это чуть изменилось. Альбомы не имеют такой большой коммерческой функции, как раньше. Артисты не заработают от продаж альбомов. Рекорд-компания мало дают деньги артистам или для записи, или как задержка гастролов, которые раньше были очень важны. Так значит, что сегодня артисты гастролируют, потому что они из-за этого зарабатывают, из-за этого выживают. И это их самая главная работа. И для большинства, не для всех, но для большинства. И логика изменилась. Значит, что много артистов сейчас играют, особенно американские артисты играют в Европе только лето. Почти не играют, кроме лета. Играют лето, потому что фестивали есть. И особенно крупные артисты редко бывают, редче бывают в Европе, кроме лета. Фестивали платят больше денег, чем обычные концерты. В одном кратком времени можно заработать много денег. В принципе, так. Решение гастролировать или не гастролировать решается рынок живой музыки. Значит, что если demand есть от рынка, артисты готовы играть, в принципе, более-менее. И особенно это может быть, как некоторые артисты, как Metallica, например, каждый лето они играют в Европе, более-менее. Это они продолжают играть, потому что рынок еще есть. Когда будет день, как рынок исчезнает, значит, что бросит играть или, не знаю, перерыв несколько год будет или что, не знаю. У каждого артиста есть своя политика. AC/DC играет не так часто, они играют, может, каждые 3 года обычно. Но они играют, это называется циклы, когда они думают, что, окей, мы уже 2 года, 3 года не играли в Европе, в этом году мы играем в Америке. В прошлом году мы играли в Японии, и сейчас являлся время играть еще раз в Европе. Это то же самое, Nick Cave, у него есть то же самое политика, но он использует свое время между гастролями и писать новые альбомы, у него есть тоже, он пишет фильмы, не знаю, что работает не так, как актер. У него есть другие бизнесы, другие действия.
так у каждого артиста есть это чуть по-разному. Но в принципе такая, что сейчас решается большинство рынок, живой рынок. И потом артист говорит с менеджером, менеджер говорит с артистом, потом менеджер говорит с агентом, и они вместе строят какой-то план. Что лето 2016 будет турне, или может быть уже не лето, если они думают, что уровень артиста достаточно, чтобы выполнить арены. Это организация, этот агент начинает говорить с промоутерами, с кем он обычно работает, и с кем он, кого он доверяет, и решает более-менее логичный план, чтобы мы, не знаю, начинаем в Лондоне, потом будет Париж, потом будет Брюссель, Амстердам и так далее. Это самые крупные артисты. Конечно, артисты, которые играют ниже коммерческий нивел, уровень, как клубные артисты. Для них ситуация тоже чуть другая, потому что они должны играть более-менее все время, чтобы выживать, чтобы продолжать карьеру. Они зарабатывают очень мало денег от концертов, поэтому они должны играть, не знаю, 100-150 раз за год. Или в Америке, или в Европе, или даже на Востоке некоторые артисты играют много концертов на Востоке, и мало сейчас. Поэтому у каждого артиста есть другая ситуация. Диджей, конечно, еще другая ситуация, потому что они не должны, кроме самых крупных коммерческих диджеев, они играют, когда им удобно. Часто они играют каждый уикенд, и между уикендами они лежат дома или работают в студии. И им все равно, если сегодня Париж, завтра Токио, в принципе. И должен быть процесс, где агент скажет менеджеру, что я думаю, что мы можем получить, не знаю, 25 концертов в течение 6 недель в Европе. В июне самое лучшее время, потому что эти фестивали интересуют вам. Деньги будут примерно бла-бла-бла. Менеджер делает какой-то бюджет, договаривается с артистом, чтобы артист скажет, да, делаем, деньги достаточно, расходы, конечно, должны быть меньше, чем гонорары все вместе. И потом агент начинает работать. Часто это более-менее, если агент знает, что он делает, она делает, организуется. Какой-то гастролом. Иногда агент ошибает рынок и не получает достаточно концертов, или недостаточно деньги, и это турне не будет или будет короче, чем в плане. Иногда наоборот. Потом являются практические вопросы, как сколько концертов каждого недели, как мы ездим между концертами и так далее. Это очень по-разному, зависит от артиста. Есть целый процесс после подтверждения концертов, когда агент спросит адвансы, деньги вперед,
от промоутеров, особенно промоутеры в странах, как Россия, где можно не доверять, что все будет нормально до конца. И если деньги не получаются, концерт отменяется и так далее. Потом промоутер получает подтверждение, посылает часть денег, потом анонсирует концерт, потом постараются продать билеты или найти спонсор или что-то. И если продается плохо, у него будет, может быть, достаточно большие проблемы, потому что надо будет платить артист заранее, до концерта. И если артист не получил все деньги до концерта, конечно, не играет, в принципе, так. Самые профессиональные промоутеры, они работают с этим процессом и знают, что иногда теряют, иногда заработают. Еще вопрос. Это не было...